Я всех приветствую на своем канале. Сегодня будет распаковочка орхидеи, которая пришла мне с Авито. Заказывала я ее в городе Тольятти. Живу я в Самаре. Вот за сутки посылочка пришла Яндекс доставкой в пункт выдачи. Эта орхидея не редкая, просто я никак не могла поймать. Мне очень нравится этот сорт, мутация, в которой она должна быть. Орхидея цветущая в длинной коробочке, вот такой. Сейчас посмотрим, что внутри. Так, начнем распаковку. Я надеюсь, видно все. Так. Ну вот она пришла, немножко с этой стороны помята. Ну, посмотрим, как там. Тихонечко. Там внутри еще упаковочка. Девушка, которая мне отправляла, она показала всю упаковку внутренности. Такая хорошая прям упаковочка. Спасибо большое продавцу. Положу орхидеечку на пол. Здесь горшок, здесь часть очень тяжелая. Так. Вот как упаковано. Старательно. Там хорошо так. Очень хорошо упакована часть, где корешки у орхидеи. Отлично. Ну что, самое интересное. Орхидея постояла дома после привоза. Остыла, и после этого я ее распаковываю. Не сразу. У нас сейчас 5 градусов в ноябре, тепло. Не должна заморозиться, да и упаковано оно очень хорошо. Бумагу. Это чтобы орхидея дышала, все равно не вспрела. Чуть-чуть. Есть влажность на бумаге, сыпется грунт, переворачиваем, видимо. Вот такая орхидеечка. Чуть-чуть прохладненький горшочек, немножечко. Такая хорошечка. Листики в хорошем пупкуре. Ну что, давайте посмотрим, кто же это. Все, готово. Поближе. Ну вот, это кимоно бабочка, здесь немножечко трилипса завернулась. Бабочка и трилипс, они могут взаимозаменяться цветение. У меня сейчас Вивальди цвел летом бабочкой,
с одного цветоноса, со второго цветоноса зацвел трилипсом чистым, без какой-либо помеси. Вот такая бабочка. Вот. Наконец-то поймала я бабочку. Распакую вот это и покажу корешки. Так, вот такая бабочка. Очень отличительные черты у этого сорта. Округлые листья, их можно сразу понять, что это кимоно. Очень похоже еще бывают листья у Паваротти. Такие листья. Ну все, теперь она в моей коллекции. Наконец-то. Была она у нас в Пятерочке в Самарской области. Увидела ее в магазине, но уже поздно ее забрали. Красоточка. Нравится мне этот кимоно. Очень стрессоустойчивый сорт. Стабильный. Цветет он без проблем. Его не нужно заставлять. Любит ветвить цветоносы. Получается такое дерево. Цветок небольшой, около 6-7 сантиметров есть. 6-7 сантиметров где-то.